Что для меня 1 сентября? Ну, для меня 1 сентября бывало разным. Было 1 сентября, когда я с нетерпением ждал этого дня, потому что это сразу день после дня рождения моей мамы. Это самый любимый мой день в году. А потом, только успели отметить день рождения мамы, радость встречи с друзьями. И 1 сентября, когда я учился в школе, мне всегда очень нравился. Потом, правда, я работал некоторое время в школе преподавателем, и 1 сентября стало несколько с другим окрасом, потому что тогда уже пришлось готовиться к 1 сентября и думать, как это все пройдет. А теперь у меня отцовское 1 сентября. Это значит доверять полностью моей жене в том, как дети готовы к 1 сентября. А самому не забыть, когда есть возможность, все-таки прийти и посмотреть, как дети быстро растут. Поздравляю всех с 1 сентября. Конечно, в первую очередь учителей. Это их праздник. Большой-большой. С праздником.